сказать, то можно и не успеть. Разбегается португалец. Это гол! Бог ты мой! Ну вот, Перурету что? Можно вновь отправлять на лавку. Но все мы знаем, как умеет вращать Криштиану мяч, выполняя штрафные удары. И здесь вроде бы полетел сначала вправо Турирета, затем поменял направление. Видимо, полетел влево, и голкипер не успел на эту удивительную траекторию среагировать. Из-за ворот, конечно, ну или из-за спины Криштиану нужно смотреть за повтором этого удара. Здесь не очень понятно. Понятно, что Эрурета сплоховал. Ну, знаете, есть ощущение, что мяч летел, не сказать, что поломанный, да, так вот, как летел, так сомневаться. Иско тащит мяч вперед, останавливает этот проход Дани Гарсия, перевод направо, Кисе уже здесь, подключается Арбело, будет подача, и Чичарито, здорово, в дальнюю штангу, оттуда на этот раз в ворот. 2-0 на 31-й минуте, впереди мадридцы, и благодарит мексиканец за эту голевую передачу правого защитника. Ну так, на 21-й минуте счет открыли, на 31-й увеличили. Если каждые 10 минут Реал будет забивать до самого конца, то забьет сколько? 7 мячей. Не так много, как Гранаде, но тоже, я думаю, болельщики будут довольны. Здорово все сделали. И молодец Чичарито. Вот, перспективный перехват. Хесе идет вперед. Отсюда можно уже бить. Но он обыгрывает и правильно делает. И 3-0. Хесе. Гол имени именно этого футболиста. Все сделал сам. По-моему, даже и мяч перехватил. Ну и очень важный мяч забивает Хесе. Показывает, наверное, еще и то, что физически готов он неплохо, потому что вот так взорваться сумел он, проведя на поле практически 83 минуты. Это много. Силы остались, во всяком случае, больше сил, нежели у соперника. Потому что явно вот резкости в движениях не хватало уже обороняющимся игрокам Эйбора. Здорово все сделал Хесе, и хороший удар. Мяч недалеко от Эрурета пролетал, но как-то вот на ногах не очень уверенно стоял голкипер. Он мог упасть, завалиться, но прыгнуть в сторону мяча вправо от себя уже не мог, потому что обе ноги были опорными.